К празднику галерея живописи «Арбат» приготовила для ценителей искусства выставку «Мой орел». В 50 полотнах вся история города от основания до современности. Вот эта выставка как раз посвящена нашему городу, 70-летию освобождения города и тем защитникам, которые совершили этот подвиг, и, конечно же, тем, кто восстанавливал город после Великой Отечественной войны. Распростертые крылья гордой птицы и крепость, которой она дала имя. А на противоположной стене уже сегодняшние улочки и пейзажи. Центральная точка экспозиции – Прохоровское поле и парад освободителей. Орел предстает во впечатлениях 20 мастеров, которые, в свою очередь, задействуют бесконечное количество техник. От традиционного масла и графики до редкого и трудоемкого меццатинта – гравюры на металле. Серьезность исполнения не отменяет чувство юмора. Озорная кошка у художников оживляет отражение Ахтырского собора, а две подружки-сплетницы символизируют Орловские вести.